минуты ушло на то, чтобы просто в зоне расставиться. Бросок от синей линии. Выше ворот шайба пролетает. Подхватывает шайбу Кадола. Хороший перевод на Вовченко. И Вовченко не бросал. Вовченко отдавал на дальнюю штангу Трубачеву. Но там и вратарь клюшкой не забила Северсталь. В первом своем большинстве. И, в общем, там особо и моментов не создала. Но, так, а вот создает момент другой. Другой нападающий, другой 32-й номер. Причем это не нападающий, это защитник Илья Хохлов, да? И, в общем, ну вот это пока сам гости победы одержали. И только трактор взял верх над Словатом Гулаевым. Так, а вот шайба перепрыгивает все-таки через ловушку Утлиноры, но идет все-таки в сторону Лиги Восточного побережья. Но в Национальную хоккейную лигу так и не пробился. Он, собственно, никогда не был задрафтован. Ну и вот в конечном итоге вернулся сначала в Финляндию, в Сайпу, в Ювяскуле, в Пеликанс. С этого сезона играет за... Все, уже съездил за новый. 30 секунд еще у Северстали. Клюшка так может помешать. Герастин. 1-0. 1-0 с четвертой попытки. Северсталь не реализовал численное преимущество. И забил Егор Яковлев. Но клюшку он держал на льду. И Герастин... Я думаю, очень важно череповчанам уйти на вот этот перерыв, предстоящий, видя в счете. Так и вспомнить не просто, когда они в последний раз вели после двух периодов. Еще момент, и опять его создает звено Якимова. Как Хохлов, в меньшей степени Хабаров. Ну и, кстати, любит это дело Джеффри Кинрейд, но вот Кинрейда я давно уже на льду не вижу. То, возможно, какая-то травма. Вихарев защитнику. Ну, а Адмирал, собственно, уже может выпускать и шестого полевого, пока еще в воротах Олтинора. Ну вот момент был, Бакош бил по шайбе.